ситуация в Беларуси сегодня с вирусом и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, ситуация терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо. Мы не говорим, что мы уже Бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, он приносит свой результат. И вот этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны. Потихонечку, потихонечку открылись. Начала работать экономика, а это миллионы людей. Посмотрите на восток. Дружественная нам, родная Россия, открыли строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики, но это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу. Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия.